Почти полтора месяца именно столько закрыты главные переправы через Волгу. Пока дорожники ремонтируют мост, транспорт пустили в объезд через пристанные. Отсюда и пробки. Но, по словам ученых, больших заторов можно было избежать. Как именно, нам более подробно расскажет Виктор Васильевич Столяров, профессор технического университета. Здравствуйте. Вместе с ним мы отправимся из центра Саратова на центральную площадь Энгельса. Что, попробуем? Попробуем. Все, отлично. Надо было продумать, надо было сделать разметку, выделить автобусную полосу. Это могло пригодиться и в будущем, то есть это не обязательно только на сложное время. И вот сейчас мы едем, стоит вот мощный поток справа, и если автобус встанет за этим потоком, то представляете, когда он привезет на работу тех, кто едет в Саратов или в Энгельс. Намного больше работать приходится. Чаще стоять на каждом перекрестке. Здесь очень много транспорта получается, и какое-либо столкновение превращается сразу в огромную пробку. Работа светофоров, она, конечно, должна быть гибкой. Мы получаем вот то, что получаем. То есть те светофоры, которые продаются и выпускаются в России, это, как правило, жесткое регулирование при помощи таймера. И он абсолютно не обращает внимания, естественно, контроллер, на то, как сколько автомобилей еще не прошло. По этой дороге ехали бы, ездили бы только те, кто едет из Саратова в Энгельс и из Энгельса в Саратов. Все остальные въезжали бы по окружной дороге, значит, вокруг Саратова. ГИБДД следили бы за тем, много ли нарушителей. Да, в общем-то, вот весь комплекс мероприятий, который надо было сделать, чтобы не было больших заторов. В итоге мы потратили на дорогу полтора часа, чтобы добраться от центра Саратова до центра Энгельса. Это в два раза дольше, чем до закрытия старого моста. Делать какие-то выводы вам, но автолюбителям хотелось бы просто посоветовать закладывать свои поездки чуть больше времени. Часик так на полтора больше. Роман Базан, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.